Жду начала следующей партии. А вот и она. Третий дан, второй дам. И мальчик для битья. Орбит с девятым Q. Попробую посопротивляться. У меня здесь что имеется? Благородный на снос. 2, 3, 3, 5. 4, 5, 6. Не очень хочется играть. Потому что разбиваю здесь и 6, 7. Семерка не играет. Еще одна пятерка пришла. Теперь уже интересней. Но все равно рано открываться. Может, еще что-то изменится здесь. В бамбуках. Оно точно изменится. Пас не надо. Орбит будет обрит. Какой-то выдумщик тиран, однако. Решил я все-таки открыться на 2-3-4. И будь что будет. Так, а ту же кость нельзя. Клик по ней приходится, чтобы снести. Сколько же там данов, если человек с 6000 игр, только второй дан был. Но вот третий дан. Ось 670 игр. Третий дан 2131. Да, странно, действительно, такая большая разница. В 2000, там, 1500 игр. А дан тот же самый. Второй дан. 10 тысяч игр. Почти 11. Но с другой стороны, подождите, подождите. Хотя нет, должны с первого дана начинать, да? Не с девятого же дана они начинают. Странно, согласен. Несколько странно. Два, три, четыре, три, четыре, пять. К сожалению, так получилось. Четыре, пять, шесть. Как бы мне смещенные это собрать? Или там все такие скилловые, что 6000 игр это пшик для них. Ладно, когда не успели. Одна игра идет, ну, минут 15. Да? У кого там под рукой калькулятор? Посчитайте, сколько это времени, чтобы нужно, чтобы 6000 игр сыграть. Есть еще один вариант объяснения. 10 тысяч рук, а не игр. Да, рук. Ну хорошо, на 4 делим. 2500 игр. Конечно, меньше, но все равно много. Еще есть предположение, что 0-то обнуляется. Либо данный, либо рейтинг обнуляется в начале сезона. Сейчас идет, нам пишут третий сезон. Было бы странно, если бы все обнулялось. Но что-то одно должно обнуляться, я думаю. Раз, все разбито на сезоны. Так, я кому-то попал. Блин. Семерка. Ну, там было нечитаемо, что ему была нужна семерка. Что я успел прочитать, пишет, да, Q дают за экспу. Когда у тебя 100 экспы, на 1 Q присваивают какой-то дан. Ну, мы сейчас это скоро увидим. Я постараюсь не на четвертом месте закончить эту игру, а чуть-чуть повыше.
Самая малость. Так, сюда. Давай, четвертое. Не. Проверим. Не согласен. Я буду биться. Если мне дадут хорошие кости, пока не дают. Можно сыграть 1, 2, 3. Тройное чул 3 раза. Так. Нет, такой чул подождет. Что еще можно потрогать тут? Можно свой текущий опыт посмотреть. Пожалуй, все. Что тут можно сделать? Почему у меня не работает звук, кстати, совсем непонятно. Первый пару ходов работал. Теперь перестал. Возможно, это из-за настроек. Потому что у меня звук берется с десктопа. Он может с... не попадать на десктоп почему-то этот звук. Ура! Зашла хоть одна. 1, 2, 3. Какая зловещая тишина из-за этого. Отсутствие звука. Ура! Еще одна зашла. Дам здесь. Собственно, чего я жду-то? Все единицы вышли. Надо брать здесь и все, и не мучиться. Тут девятку отдать. Ну, одна единица, конечно, оставалась, но ждать одну последнюю единицу, это как-то совсем не то. Я поменяю. Я буду ждать 2, 3, 4. Здесь будет 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Как-то так. Пятерок точек много еще есть. Мне кажется, это будет более правильно. Заходит, а не там заходит, где надо. Блин. Ну, давайте по-другому теперь поразмышляем. Может быть, 3 раза 2, 3, 4. Здесь вот 2, 3, 4 сыграть. Здесь 2, 3, 4 уже есть. Так,
двойки точек не выходили больше. Либо здесь сыграть 3-4-5. А здесь 2-1. Да, вот это вот правильно. Здесь 3-4-5 правильно сыграть. Эта партия медленнее идет, чем предыдущие. А ты 5 бамбуков понесешь. Вот пока я не несу, потому что, наверное, сыграю 3-4-5. Если четверка придет. Потому что в этом случае у меня здесь останется вот этот вот чего? 1-2-3. Я могу здесь сыграть 2-3-4. А нет, здесь не могу сыграть 2-3-4, что я говорю. А здесь все равно, что я могу сыграть. Так, ну нужно решаться. На что-то. Нет, сейчас еще пока рано решаться. Значит, здесь я жду четверку. Договорились. Больше не дергаемся. Здесь жду четверку. Все. Здесь жду двойку, либо пятерку. Двойка последняя осталась, пятерка ни разу не выходила. Что заставляет меня немножко нервничать. А если эскейп? Эскейп нет, не сносит пробел. Ой, пробел-то полный экран, извиняюсь за то, что сейчас у вас что-то там произошло. Ай, ай. Как вернулся? О, извините. Кто же знал-то, что по пробелу full screen получается? Остается сколько тут? 6. 10 костей. Пятерка так ни разу не вышла. Четверка бамбуков выходила. Один раз. Заходит четверка. Ну, фиг знает. Снесу ее. Так, прошла. Ну, если там китайцы против меня играют, то, конечно, вряд ли мне кинут сейчас пятерку точек. А вот заходит, смотрите, как четверка. Отлично. У меня двухсторонние ожидания. И три кости осталось. Первая пошла. Мимо. Вторая пошла. Мимо. И третья пошла. Тирим-тирим. Ничья. Жалко, нельзя их руки посмотреть. А, можно, смотрите, руки посмотреть. Нет, нельзя. Только свои руки можно посмотреть. Жаль. Окей. Так, а как сделать замену цветка? Нет, что-то произошло. Автозамена стояла. Я хотел автозамену убрать. Если бы собрал 2, 3, 4 во всех мастях, хватило бы на очков. А, да, потому что тройное чоу это уже 8 очков сразу. Это смешанное. Смещенное чоу. Смешанное чоу, они 6 дают, а 3 одинаковых дают 8. Поэтому да, хватило бы. Flower. Интересно, если я решил дискарднуть flower, что я должен был сделать? Наверное, на flower нажать. В следующий раз протестирую. Рука сложная. Может быть, чистый ряд. Почему говорю сложное? Нет, не сложное. Чистый ряд и все. Какие тут сложности могут быть? Либо смещенные чоу. 5, 6, 7. Или даже не смещенные, одинаковые. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Но это не очень. Лучше ряд. А что за цветочки? Спрашивает Hex Juggler с Твича. В китайском маджонге изначально существовали цветы. Хотя нет, изначально неправильно говорить, кто знает.
были они изначально. Но, в общем, в классическом китайском, да, есть цветы. Они сохранились. О, как можно выбирать. Шикарно. И я выбрал что-то. Я что-то выбрал. Снесу вот так, раз я буду чистый ряд. В спортивном они тоже есть. Они не участвуют в игре, не участвуют в сборе комбинаций. Их можно либо бросить в дискард, либо оставить у себя. 6, 7, 8, 5, 6, 7, да. Так сделаю. Если я соберу руку, если маджонг соберу, эти два цветочка мне добавят 2 очка, которые у меня в руке. Это все, что они дают. Значит, у меня появилась в руке альтернатива собрать смешанные смещенные чоу вместо чистого ряда. 7, 8, 9 в бамбуках, 6, 7, 8 в символах и 5, 6, 7. В 6, 7, 8 в точках, 5, 6, 7 в символах. Но если придет бамбук. Так, вот, кстати, 6, 7, 8. Да, беру. 6, 7, 8. И буду играть именно смещенные чоу. Смещенные чоу дают 6 очков, все чоу плюс 2, 8. Собственно, вот. В спортивном нужно собрать минимум 8 очков, чтобы объявиться. 6 символов не выходили. Шансы есть. Бамбуки я могу сейчас любые брать. Лучше, конечно, 5, 6, 7. Двойное чоу плюс одно очко. Я, кстати, могу выйти на первое место, если я сейчас соберу. А вот заходит шестерка. Шикарно. Я в ожидании. Проверяю. 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Все в порядке. Двухстороннее ожидание. И обычно после такого чоу кидают бамбук. Но нет. Не кинули. Пав, еще сколько у тебя бамбуков там? Господин справа. Ну, кинь уже что-нибудь. Символы. Панк еще. Странно, нет, у него что-то другое. А что у него такое? Стоп, что это такое у него? Все простые, например. Все простые два. Тайлхок вот здесь у него, да. What? Что он делает? А, открытая рука просто. Полностью открытая рука, 6 очков дает. Ну, плюс все простые. Снес четверку. Скорее всего, у него что-то рядом с четверкой было. Может быть, пятерка. У меня ху. Смешанный смещенный чоу 6 очков. Все чоу 2 очка. Двойное чоу 1 очко и 2 цветочка. Итого 11 очков плюс 35. Это... Нет, я первое место не дотянул. Не с того взял. Если бы справа взял, было бы лучше. Последняя сдача началась. Я на втором месте. Я на севере. У меня 3-4 пары. Надо играть пары. Без вариантов. Играю пары. Парам по парам. Поставлю, что здесь? No Punk, да, No Chow тоже. Меня уже 5 пар. И это очень хорошо. И у меня 6 пар. Ждать я буду семерку. Конечно, в начале партии единицу часто сносят.
Но если я просижу все начало партии, то потом единицу я могу не дождаться. Вот 7. В любой моменте партии можно получить. Чего это я халявщик? Дамберт. Ну как это? Я тружусь. Мозг мой работает. Короче, ждем. Ждем 7 пар. А вот и они. 24 очка без одной масти, два цветка. Плюс 51 – это победа. Маджиккрафтер спрашивает, а почему потом нельзя было сменить ожидание, а вначале подождать один? Можно было, но я небольшой сторонник так прям заламывать. И в начале партии тем более как-то не вижу большого смысла. Я сразу выбрал ту кость, которая мне показалась более вероятной. Между прочим, единиц ни у кого на руке не было. Семерочку мне кинули. Results. Congratulations. Поздравляем. Успешный апгрейд. Ваш текущий Q 8. Вы получаете плюс 11 экспы. А, смотрите-ка, экспу срубают. Только до 100 доводят. Больше 100 получить нельзя. И в эту партию я выиграл плюс 67, остальных у всех минус. Посмотрим, что по статистике получается. Так, экспу мне обнулили. Ранг у меня никакого не было. Теперь я 8 Q. Сыр на 12 рук. 66% побед первых мест. 41% объявлений ху. Не знаю, что предпринимается за единицу расчета. Каждая рука, наверное. По количеству сыгранных рук. Прикольно, что почти в половине рук объявил ху. Однако. И следующий апгрейд меня ждет через 100 очков. Как-то так. Хорошо поиграно.